Всего для рязанцев провели 3 мастер-класса. Диетические рекомендации для онкологических пациентов, особенности ухода за илиоколастомой и психологические аспекты помощи пациентам и их родственникам. Главный врач рязанского КБ Дмитрий Хубезов отметил, что сегодня рак – это не приговор. С ним люди живут и активно лечатся. Технологии, которые позволяют бороться с раком, многогранны. Стоит отметить программу раннего выявления онкологических заболеваний. Что такое рак на ранней стадии? Практически это 100% излечимость. Иногда это даже достаточно малоинвазивных операций, эндоскопических, не обязательно выполнять уже обширные резекции. Именно за скринингом и будущее. Скрининг – это дешевый и доступный метод, который позволяет выявить или заподозрить рак. Я не готов сейчас полные цифры озвучить, но речь уже идет о сотнях выявленных раках, которые мы уже своевременно у себя, либо которые цифры приближаются к сотне, которые мы выявили в ранней стадии и уже пролечили. Большинство из них, я повторюсь, это даже не потребовалось обширных операций. На мероприятии выступил Виктор Ларин. В 2016 году у него обнаружили опухоль тонкой кишки. Он рассказал, что когда узнал о диагнозе, не мог нормально спать по ночам больше недели. Боялся говорить близким о диагнозе, но потом все же взял себя в руки. Я бы сказал, надо найти себе увлечение просто. Просто увлечься в труде все переживается легче гораздо. Но в то время я как бы увлекся йогой, взял литературу, почитал. Ну и, в общем-то, до этого я немножко занимался, а после реально возникла необходимость, да, заниматься, радоваться жизни. Даже более того, я как бы на себя взял большие нагрузки, чем были. То есть, ну, меня выбрали председателем ТСЖ, значит, я начал там развернуть бурную деятельность, и некогда было, честно сказать, думать-то о болезни. Виктор пережил 2 операции, сейчас чувствует себя хорошо. Он говорит, что главное не зацикливаться на своей проблеме. Он ведет активный образ жизни, занимается физкультурой и мечтает открыть музыкальную студию. Сейчас вместе со всеми собравшимися он участвует в мастер-классах. Один из них посвящен диетическим рекомендациям для пациентов. Во время мастер-класса все желающие смогли попробовать полезное меню и научиться готовить салат с авокадо. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».